Итак, всем привет, с вами Доп Гай, мы начинаем играть опять в ЦК-3, потому что мне захотелось поиграть в ЦК-3, поэтому почему бы не записать это. Начинаем мы за Альфреда Этальвульфсона, в общем-то в Уэссекс. И в чем у нас тут проблема? В Британию вторгаются викинги, так называемые скандинавы. Нам нужно будет как-то с ними разобраться, а затем разбираться с более сложной проблемой — объединение Британии. А потом, может быть, если все у нас будет хорошо, займемся обратным вторжением, местью скандинавам. Будем вторгаться и грабить уже их. Но это все потом, если у нас все получится. А с вами Топ Гай. Если вы еще вдруг не подписаны, ребята, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем, поехали. Ну и сразу, конечно, мы будем сейчас застраивать наши территории денежками. Фермы и поля нам нужны, у нас здесь есть равнинка. Здесь, конечно, уже леса, увы, но равнины мы точно успешно застроим. В войне вот этой вот мы особо участвовать не будем, у нас нет особо много войск, очень мало, и нам нужно их подкопить, чтобы захватывать, во-первых, территории здесь какие-то, во-вторых, территории внешние. Кроме того, наш, в общем-то, король — это наш брат, я понимаю, здесь почему-то пробела только нету, видимо, разработчики молодцы. В принципе, в прошлом прохождении было точно так же. И если он умрет, мы станем наследником. Станем, собственно говоря, правителем. То было бы неплохо. Но шансов убить его крайне мало, если честно. Но стоит как минимум попробовать. Ой, мы зашли в... нашли в лесу церковь. И у нас теперь есть меч благочестия, либо... А, мы так или иначе получили... Ну, давайте возьмем все наставления. Мы качаем военку, потому что мы будем возглавлять армию. У нас очень хорошие статы для этого. И баф на лесную войну, то есть как раз-таки большую часть Британии. Ну и да, моментально наши происки раскрываются. Он немножко... А, подождите. Только что забузили и происки не раскрылись? Непонятно. Ладно. О, и денег. Можем мы начать строить нашу... ферму. Нам нужно очень много денег, чтобы объединить Британию. Можно обменять гарнизон на народное мнение и прирост развития. Да, звучит приятно. Это не ополчение, можем потерпеть. Я могу взять себе претензию на малое королевство Восточная Англия. Папы. Есть ли вопрос у них союзники? По ощущениям, нет. И теории. Действительно, мы можем просто взять их и захватить. Так что возьмем. И да, да, мы получили претензию, супер. Вызов. Конечно, мы и участвуем. Мы победили. Можем ранить, но нет, мы благородный англичанин, мы честный, мы справедливый, общительный и усердный. Господи, со стрессом у нас просто будет жесть. Ну ладно, да, хороший бой. Хороший бой, а еще из интересных вещей у нас есть Экскалибур. Правда, мы его не можем пока использовать. Мы можем его только поставить в нашем тронном дворе, но тронного двора у нас еще пока, увы, нету. А, и смотрите-ка, наш брат погиб в сражении. Какая удача для нас. Действительно. Мы унаследовали теперь все, что здесь есть. Это немножко больше, чем нам, скажем так, нужно. Но ничего, сейчас мы разберемся с новыми титулами. Внутренние дела, конечно же. Сюда маршалы побольше военки. Сюда интриги, господи, какой же ты... У нас маршал, да? Нет, ну... Ну нет. Не только я люблю своих вассалов. Слушай, это значит, что нам сейчас надо как-то... победить в войне? Тяжело. Раздали мы земли, подтянули управление, чтобы, в общем-то, было все в порядке. У нас здесь немножко не те стоят приказы. Нужно выставлять свои, правильные. И да, заниматься организацией армии нужно сейчас восстановить как-то какую-то боеспособность. Будут сейчас, я чувствую, у нас некоторые проблемы. Хускарл у нас есть. Полк собран, у нас где-то уже армия бегает, да? Да, вот она. С новым титулом приходят новые обязанности, поэтому мы выставляем нашу армию. Становимся во главе. Будем сейчас пытаться справиться с вторжением. И вот мы нагоняем первую армию вторжения. Так, у нас, возможно, будет наследник уже. Совсем чуть-чуть нам осталось, чтобы в первой войне
заключить перемирие. Это нам немножко облегчит жизнь. А, в общем-то, смотрите-ка, здесь мы победили. Мы потеряли престиж. Точнее, получили престиж, деньги, а другая война мы автоматически проиграли уже. Ну, что тут сказать, только, увы, на вторую войну. Но мы получили теперь все королевство. Наш брат, конечно, мам его крайне-крайне жалко. Он жестокий, увечный, мы его будем обязательно оплакивать. Но теперь мы король. И так как Папа Римский дал нам претензию на Восточную Англию, то нам нужно объединить ее, защитить ее от сил вторжения обязательно. Так, только объединив Британию, мы сможем защититься. И на это у нас есть священное право Папы Римского. У нас появляется дочь, она у нас умеет интеллект, это отлично. Будем укреплять потихоньку наши гены. Армия повержена, здесь захватили, сейчас захватим столицу, и Восточная Англия станет нашей. Фактически мы просто заставим его стать нашим вассалом, что нас устроит, он вроде даже не слишком обиделся. Немножко, конечно, грустит, но переживет. Единственное, чего нам нужно будет просто постоянно защищаться, это от вот этих налетчиков. Но тут только вы, можно сказать. Придется разбивать их, да. Я думаю, есть смысл сразу найти нашей дочери матрилинейный брак жениха. Возможно, она будет именно нашим наследником. Может, нет, у нас, в принципе, еще много лет на то, чтобы их наделать. Но точно, я думаю, надо делать побольше людей из нашей династии. И нужно потихоньку-потихоньку подкрашивать дальше Британию. У нас, кстати, что насчет королевства Англии? Нам еще нужно три графства. То есть, в теории, мы захватим вот эти два и еще какое-то одно. И мы получим претензии на вот это все. Теперь нас называют Альфред Великий. Все более популярно. Альфред Великий. Надеюсь, никогда не подведу их. Никогда не подведем. Ой, опять нам прокует ивентик. Опять мы можем найти сокровища. Можем еще встретиться со страхами. Доблесть пространства. Ну, не так сильно, а вот 140 монет это очень сильно, да, спасибо. Параллельно улучшаем отношения с текущей Папой Римским, потому что нам, очевидно, неплохо было бы иметь с ним хорошие отношения. Вот, допустим, можно взять и потребовать золото у него, и он даст 217 монет. Все благодаря нашим хорошим перкам. Мы, видите, добродетели имеем. Получается, католики, а нас просто плюс 10 отношений имеют, это очень сильно. И можем деньги просить, а можем в теории просить какие-то претензии. То есть, допустим, вот здесь низ не примет, но, возможно, попозже и примет. О, а еще у нас появляются еретики. Нужно принять это кельтское христианство. Ну, конечно, нет. Конечно, мы верный католик истинный. По крайней мере, пока. Да, с папой у нас очень хорошо улучшаются тут отношения. Мы, конечно, пока еще не можем запросить себе претензию. Но, во-первых, наверное, скоро сможем. А во-вторых, так или иначе, мы попросим денег. 200 денег, господи, конечно, берем. И на эти деньги жестко застраиваем Англию. Нам нужно развиться как можно быстрее. И наш тайный советник... Нет, не он. Он просто кто-то хочет убить нашего наследника, нашу дочь. Срочно... А, ну он и так. Окей, он ищет. Остановить. Пускай останавливает. И подарок зуб на счастье. Мы получаем. Нет, наш наследник получает. Окей. И нам убили войну за вот эту вот провку. У них армия состоит из 5000 человек. Это как будто мы не сможем их победить. Можем призвать барона кого-то на союз. Можем кого-то союз договориться. Но нет, мы их не сможем победить. Я думаю, тактически было бы хорошо просто сдаться. И отдать эту территорию, верно? Где-то всего одна небольшая провка. Мы с ней вряд ли что-то большое получим. А на эту войну мы бы сейчас потратили очень-очень много, я уверен, ресурсов. Так что нормально. Можно получить недально... Нет, 15% денег нет. Итак, смотрите-ка. Претензию мы можем получить. Но перед этим можем мы обсудить Денла. Разделение английской территории самым могущественным соперником. Разделение? Давайте попробуем. Что это вообще сделает? Англия и Динлаг будут де юре разделены. Ага, я понял. Мы вот с этими ребятами
Видимо. А, если наше предложение отвергнуто, мы получим прозвище немощный, блядь. Не-не-не-не-не. Дипломатия для трусов. Мы пойдем по пути посложнее. Мы сделаем сильную собственную Англию. Где только мы будем единственно править Британией. Если не сможет это сделать наш правитель, то сможет его наследник. А если его наследник не сможет, то они будут передавать эту идею до конца, пока кто-то это не осуществит. А вот и сынишка подъехал, правда, без перков, увы. Ну и вот мы получаем еще одну территорию. Это немного, но это честное развитие. И опять нам варвары там разграбили Кент. Я после налета... О, это звучит неплохо. Набежали, разграбили и убежали. Нужно обязательно... Так, контроль мы еще потеряли, по идее. Хотя там, наверное, его и не было, по-моему. Нужно с ними бороться. И мы получили еще одну претензию, вот сюда уже. Нужно продолжать. Конечно, да, мы воюем англичане с англичанином, но такова судьба наша на данный момент. Без этого мы не сможем их объединить и победить сражение. И взяв столицу, мы захватили и наследницу, и самого, в общем-то, короля там. Да как он король? Конечно, называемся королями, но вообще у нас не королевство. И я думаю, насколько было бы неплохо взять вот здесь вот влияние сюда и заключить какой-нибудь брак, а этого парня просто казнить. Вообще звучит не так плохо. Но я думаю, это слишком долго. Нам нужно с этим все побыстрее, поэтому освобождаем узницу. За деньги, конечно. А, выкуп принят. А, в идеале еще, конечно, освободить бы его за деньги. Но он, увы, бедняк. Поэтому мы можем сделать вот так. И в теории это нам может пригодиться. Он, конечно, из этого война чуть будет подольше. Но теперь смотрите, что может произойти. Мы можем стать королем Англии. А затем, за счет этой услуги, этого влияния, мы сможем попробовать сделать его нашим вассалом. В принципе, звучит как вариант. Если, ну, он типа добровольно может согласиться, если мы станем достаточно большими. Ой, можно еще ребят повыкупать. Мы обязательно повыкупаем их, потому что все эти деньги пойдут на укрепление Англии. Ну что, давайте сделаем войну, покачаем, потому что нам нужно как-то побеждать все-таки вторженцев. Они, самое главное, они станут слабее намного. У них сейчас, видите, то у них, что у союзников, особые солдаты, они пропадут и останется лишь совсем капля в море. Особенно по сравнению с нами. Вся наша армия — это наша полурегулярная армия, я бы так сказал. И так как у нас немножко стало многовато стресса, давайте, наверное, будем сейчас немножко занятия проводить. Сделаем пир. Можно сделать пир, Вечное слово. Звучит любопытно, скажем так. Нет, обычный, конечно же, пир. В нашей, конечно же, столице. Мы прямо здесь и находимся. Занятия. Ага, здесь можно как-то престиж. Не-не, ну нет, мы такой... Ладно, какой казуальненький. Мы на полную катушку. Почетного гостя еще можно сделать. Ну да, у нас здесь, конечно, будет отдых. Это первоочередная задача. Нам караванчик не нужен, потому что это прямо у нас. Пусть начнется пир. И начинаются у нас позитивные ивентики. Можем получить престиж, но нет, нам нужно терять стресс однозначно. Можем получить престиж, либо получить себе баф. Смотрите, очень интересно, на прямых вассалов, придворных и гостей. Звучит очень приятно. Так, котенок. Мы получили кошку. О, шикарно. Так, да господи. У меня нету денег на то, чтобы докупить вина. Надо было оставить, но я не ожидал. Наверное, стоит подешевле это. Подешевле брать пиры перед такими ситуациями. Мы узнаем, что у нашего тайного советника. Нет, не у нашего, ладно. Тайная выдумка, допустим. Так, большой почет. Престиж дать Эрлу отношения. Просто себе получить престиж. Ага. Это наш канцлер и вассал. Он при этом бесхребетный мерзавец, черт возьми. Поэтому я просто получу себе престиж, не буду ухудшать отношения, но и улучшать особо мне не интересно. 10 доспеть престижа, 23 стресса и великий банкет. Без прирост развития и народное мнение, отлично. Ну,
чуть-чуть улучшили, заново потом вернули, надо работать еще, нужно что-то снова делать. Возможно, я хотел в универ бы съездить, но в универе надо иметь запас стресса и иметь, в принципе, деньги для этого. Давайте на охоту тогда сходим. Есть разные тут виды охоты. Ну и давайте, да, обычно делать, можно, кстати говоря, легендарно поделать ту самую на белом олене. А у нас вот здесь вот есть хорошие шансы. Давайте туда и съездим. Возьмем себе караванщика. Возьмем себе... Нам нужно? Да нет, нам никто не нужен. Здесь можно еще повысить отряд. Престиж при завершении. А здесь можно шанс успеха. Ну, шанс успеха, я думаю, нам не так интересен. А престиж, кстати, да, нам бы пригодился. Давайте попробуем. Здесь мы тоже. У нас идея отдых. Смотрите, здесь есть разные варианты. Мощный зверь, кабан, либо волк. Давайте на волка поохотимся. Мы, в принципе, уверены все, мужик. Мы нашли браконьеров тут, кстати говоря. Ну и да. Деревня доплатит ущерб. Плюс налоги. Волк. Шанс успеха повышается. Престиж и минус, собственно говоря, стресс. Смотрите, мы все чувствуем достаточно уверенно, поэтому в погоню. И можно вызвать зверя отсюда. Поехали. Шельма упустили. 73% и не получилось. Увы. Ну, мы потеряли еще стресс, получили охотника, что отлично. Еще снижение стресса нам будет. И престиж. Нормально. Есть сражение рыцаря и рыцарь-волк. Ладно, допустим. Попробовали помочь, не получилось. Увы. Ну, можно сделать местного святого, который даст нам еще налоги. Или не нам. Нормально. Дипломатический опыт отлично. И мы вернулись домой. Нормально, стресс опять-таки снизили. Но надо еще дальше снижать как-то. Я думаю, разберемся. О, можно смотреть еще. Кошка нам еще может снижать стресс. Очень мало, но что есть. Вообще, нам бы вот это сделать. Усердное планирование плюс 0,2 в месяц прироста развития. Это очень сильно. Очень хотела бы это сделать. Ну давайте, раз мы начали заниматься всеми вещами, займемся паломничеством. Почему бы нет? Благочестивое, либо практичное. Благочестие, а здесь модификаторы. Ага. Ну, благочестие вообще нам нужно, если честно. Так что давайте попробуем сделать, ведь это улучшит наши отношения с, как бы, Римом. А нам очень хорошо это нужно. У нас очень отличные отношения сейчас. Мы можем деньги просить, можем какие-то клаймы просить. Очень даже пригодится. И у нас здесь есть небольшие опасности, но в среднем, кстати, все достаточно безопасно. Берем, конечно же, наемную стражу, чтобы безопасно дойти. И отправляемся в весьма долгий путь. Но этот путь должен дать нашему правителю понятие, как же спасти Британию. Старый корабль, можем попробовать. Нашли мы кусочек святого Давида. Мнение духовенства и мнение серьезных вассалов. Это очень для нас тоже подходящий артефакт. О, парень ищет, кто бы его победит. Кто его мог бы победить. А, давайте попробуем. Вы побеждаете в бою. Конечно, конечно. Итак, больше благочестия. Мы начинаем думать о всем. Секулярное, либо показное. А, я думаю, надо делать вот третье как раз таки. Чтобы максимум отношений получить. И у папы мы, по идее, можем уже попросить денег. Да. Плюс 400. А у нас потерялся питомец. Я думаю, вот это вот мы сделаем. Лично найдем 92%. Азартный питомец, доблесть, либо стресс. А вот 400 монет. Ой, рыцарство не умерло. Мы можем, по идее, взять скидку себе на рыцарство. Кстати говоря, это что? Диархия. Ага, это с этим, видимо, с нашим регентом. Окей, это не так интересно пока что. Но, наверное, я это не буду брать. Или... Ну да, я думаю, я найду что-нибудь поинтереснее. Это, конечно, прикольно, но не слишком. Давайте личная доблесть. Можем получить себе еще артефакт, но, пожалуй, нет. О, больше благочестия. Отлично. Зайду за животным, у меня будет скоро ребенок, либо семейное. Вот это да, вот это получше будет. О, у нас сборщик пошлин, пошлин для Гристина, а я король. И все дороги ведут Рим. Мы наконец-таки прошли и получили паломничество. Шикарно. Можно дать взятки каким-то епископам, но нет, мы такого делать не будем. Можно получить благословение и улучшить артефакт, допустим. 700, нормально, опыт пути.
И так как мы вооруженные паломники, мы получили себе благочестие за рыцарей. Окей. Ой, мы получили свойство путешественник, более того. Отлично, наш персонаж потихоньку развивается. И мы вернулись домой. Давайте на этом и подзавершим нашу первую серию. Мы сходили в Рим, узнали, так сказать, Бога, узнали себя. И мы теперь знаем, что нам делать, чтобы восстановить Англию. Мы готовы сражаться с захватчиками. Бог с нами. И Папа Римский, и его деньги. Но это уже другая история. С вами был Дабгей. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, город, бусти. До скорых встреч. Всем пока.